Скажи мне, тебе нравится путешествовать? Тебе нравится ступать по тропинкам и оглядываться по сторонам, словно ребенок, который впервые в жизни видит и щупает новую вещь? Тебе нравится проходить десятки километров, останавливаться когда и где пожелаешь и просто все разглядывать? Мне кажется, очень важно обращать внимание на мелочи во время путешествий, чтобы впоследствии это породило новые мысли и уроки для тебя. Ну, а пока хватит размышлений, посмотрим, как было. Мы прибыли, слава Богу! Сейчас мы подойдем ближе, я обязательно вам покажу. Вау! Так как мы попали на те дни, когда празднуют Пасху, в каждом городе есть подобные машины, которые за баснословные деньги, сумму будут катать вас по городу. Но эти такие неплохие, слушайте. Еще один вид транспорта. Old Town. У нее шоры закрыли глаза. Бедненькие. Вот еще одни малышки. Традиционная часть в каждом городе. Покупка магнитиков, гифтов всяких. Вкус Apple Magic, а вообще как называется? Трындельник. Читайте слово. Если вы неправильно припаркуетесь, будет вам позор. Продолжается рубрика смешных названий. Музей сметаны. Еще что? Все, да? Ну да, там ладно. Уже доброе солнечное утро. Солнце светит нереально. Сейчас время только где-то 10 часов, и уже очень жарко. Думаю, лето настоящее в Европе пришло. Идем что-нибудь поесть.
хотя вначале планировали утром дома покушать. Ну ладно, Ерки нашел какую-то что-то типа столовую, завтракать. Думаю, пойдем. И впереди нас ждет покорение дальнейшее Праги, которая уже полюбилась мне. Смотрите, что я увидела. Название улицы Серикова. Вы представляете? Я училась в школе на улице Сайлау Серикова. Ну прям вообще. Ну Прага. Мамочка моя дорогая, как живу, это красиво. Нет, 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 не передать, не передать никак. Мы вышли из Пражского града. Он оказался очень большим. Время 16:00, наши ноги отваливаются. Снова зеленый парк. Как вам отдыхается? Я уже остался. А как тебе отдыхается, Жахар? Да, отличная идиллия. Наслаждайся моментом. На самом деле очень важно выбирать погоду, смотреть, обращать внимание на погоду. Мне кажется, нам повезло, мы именно попали на такие самые теплые весенние выходные. Поэтому мы очень рады, что мы здесь. Не по одному, очень круто, и мы довольны. Но это те самые танцующие дома. Вживую, в принципе, ничего крутого, но считается достопримечательностью, произведением искусства Праги. Продолжается рубрика смешных названий. Чертовка. Ребята, что он... Что ты делаешь, чувак? Куда он это сует? Фу, мне сейчас плохо станет. Ребята, мне сейчас станет уже на полочке. Что ты делаешь? Oh, wow.
Это очень опасно. Это... Еда, еда. Куда же мы пришли, пацаны, захотели кушать? Пришло время покидать наш офис.